люди с высшим образованием, имеющие образование в разных областях, не обладающие, не знаю, специальными знаниями, может быть, в каждой конкретной дисциплине. Это не научно-популярные фильмы там, для телеканала «Наука 2.0», хотя «Наука 2.0» показывает наши фильмы. Это скорее просветительские, познавательные программы. И отдельно я выделяю всегда как задачу наших очерков, это задача рассказывать о том, как наука влияет на общественно-политические процессы. Когда я рассказываю об озоне Хиггса, я рассказываю о том, как эта идея меняет мир вокруг нас. С помощью ученых я прошу их объяснить, что это такое. Когда мы снимали бозон Хиггса, фильм об озоне Хиггса, как раз в ЦЕРНе, мы очень много времени потратили на то, чтобы объяснить, что такое частица, которая пронизывает, что такое поле Хиггса, что такое частица, которая пронизывает всю Вселенную, наделяя массой. И вот мы искали этот образ, и это было действительно интересно. Мы разговаривали с учеными, присутствовал режиссер. И в конце концов мы придумали такой образ, что если представить на поле, там, на стадионе вдруг появляется человек очень известный, то он начинает притягивать к себе других людей. Это поле заполнено там людьми, стадион заполнен людьми, и вдруг появляется звезда, и все постепенно тянутся к ней. Вот можно сказать, что эта звезда – это и есть бозон Хиггса. Ну вот через поиск таких образов, ассоциаций мы, собственно, и ищем возможность объяснить доступно объяснить зрителю суть того или иного явления. Это очень интересно. Я могу здесь показаться несколько резкой, хотя это резкость там глубоко любящего человека, да, так скажем, как человека, который очень и предан своей стране, и людям, которые в ней живут. Но это я бы отметила неготовность к критике. Неготовность обсуждать свою разработку, свою идею, свое предложение. И с этим сталкиваюсь регулярно, когда ученые говорят, что вы знаете, мы знаем, что мы лучше всех, поэтому нам больше нравится быть никем не оцененными, нам больше нравится быть непризнанными гениями, нежели выносить свой эксперимент на открытое обсуждение или свою идею, свое предложение, выяснить, что она, например, экономически нецелесообразна, или выяснить, что такая идея уже есть, или перевести ее на английский язык и предложить там, миру, предложить для печати в журнале Nature, например, и узнать, что это как минимум спорное утверждение. Это, как ни странно, это есть. Вот с этим сталкиваешься, особенно там, в определенной категории возрастной ученых, это происходит. В случае с университетами все должно происходить медленнее, поступательнее. Может быть, не нужно ждать того, что результат наступит прямо сейчас. Президент Роснана, глава Роснана, там Анатолий Чубайс, например, который в этом смысле, как можно говорить о том, что корпорации Роснана тоже, может, не хватает истории там, позитивных примеров, но, скажем так, такого уровня менеджера обращает внимание на тот факт, что из 100 проектов 40 может быть неудачными, и это нормально, то есть треть, а то и даже больше. Поэтому здесь нужно просто иметь терпение и двигаться в правильном направлении. Готовить, конечно, нужно журналистов. Конечно, готовить нужно спикеров внутри себя, потому что очень часто говорят спикеров, экспертов, которые будут транслировать эту идею, которые будут ее озвучивать. Очень часто все претензии адресуют журналистам, говорят, что журналисты некомпетентны, не могут работать, не могут разговаривать, не могут спрашивать. Но то же самое можно сказать и об экспертах внутри институтов, внутри научного сообщества. Очень мало людей харизматичных, очень мало людей обаятельных, людей, способных коммуницировать на разных уровнях там, знания, прессы и понимания. Внимание этого рынка. Этот рынок нужно изучать. Нужно готовить таких специалистов. Я вообще отношусь хорошо к любой идее рейтингов, потому что это работает. На сегодняшний день, во-первых, когда очень много информации, и она очень турбулентна, очень важно иметь какие-то критерии, которые помогают быстро сориентироваться, которые вот вызывают мгновенную реакцию. И это хорошо, то есть это знак качества такой, это то, что сразу заставляет включиться. Ты примерно прикидываешь, сколько вузов в России, и если томские вузы находятся где-то в лидерах, значит, образование в Сибири хорошее. То же самое и с сотней. Здорово.